Всем привет! В Ташкенте наконец наступила настоящая весна. Узбекистан уже встретил два больших праздника в начале весны. Это Международный женский день и Навруз. Традиционно на Навруз дают несколько дней выходных, в этом году их было 4. В каждом парке проводились разные мероприятия. Для любителей сладкого варили сумаляк в больших казанах. Еще интересно, что люди стали много покупать воздушных змеев и запускать их в небо. Особенно это нравится делать детям. Кто сильно соскучился по природе, в выходные едут на природу в горы. Сейчас там особенно хорошо. В ясную погоду с высоты из Ташкента видно заснеженные вершины гор. В любом случае весна – это перемена погоды и начало чего-то хорошего и светлого. Все в эти месяцы с радостью ходят гулять на природу и наслаждаются ее пробуждением после зимней спячки. А впереди у нас еще много хороших праздников, ярких солнечных дней и много хорошего настроения. Спасибо за просмотр, желаю вам счастья и удачи!